Всем привет! Сегодня у нас новая покатушка. Решили выбраться через... Через что мы едем? Через Песочин, над Точи, по-моему, как-то так называется. И должны мы выехать в Райленовке. Пока как выезжать будем, не знаю, но в планах так. Наметили 50 километров. Хотя в прошлый раз тоже мы наметили 50 километров, а проехали 38. Надеюсь, в этот раз получится у нас прокатиться больше. Поэтому присаживайтесь поудобнее и погнали с нами. Вот тут такой мостик опасный. Нормальный мостик. Еще ни одно поколение еще. Бля, очково. Передумал? Константин. А тут если что в воду падать, так что нормально. Будешь ехать, Сань? Ага. Хочешь, да? Хочу. А если упадешь? Ну, блин, мокрым придется сидеть. А ты, Вова, боишься? Нет, я пойду. Вова, ё-моё, ну ты же даже не ехал. Ого. Здравствуйте. Во время поездки поменялось, и теперь мы едем не в сторону Райленовки, а в сторону Берлинвольда. У нас сюда. Ну, осталось до Берлинвольда только там километров 12, наверное. Еще скоро будем мочить ножки. Что-то устала? Ну нет, мне очень жарко. Ну отдохнуть уже хотелось бы, конечно. Да? А вонючую воду пить будешь? Буду. Да. Нравится тебе? Да. Повезло тебе. Мы наконец-то доехали до Березовских минеральных вод. И сейчас будет у нас обед, привал. Отдыхать будем. Наслаждаться же. Наслаждаться. Сейчас вот как раз подъезжаем. Пока нет взрывов и тревоги, насладимся чуть-чуть жизнью. К источнику как раз подъезжаем сейчас. Желающие будут пить водицу исцеляющую. Ты ж не собирался пить. Ну, где ты там достал чашку? Я шоколад, шоколад, я.
все как здесь занято. Ой, мусорка есть, хорошо. Беседочки. Ну, беседки платные. На каждой беседке есть номер телефона Юрия. Звоните туда, оплачиваете и занимаете. Но мы идем на бесплатное место. Уже сказали, что дальше есть стол. Сейчас посмотрим. Короче, вот тут такой столик есть. Но он на солнце и нам не подходит. Ты просто держишь руку. Ну, ты выше стола на метр где-то держишь. А что ты там держишь? Ну вот. Стол держит на руке. Амир, сюда ложи, дивись. Или провалимся сейчас. А? Или провалимся сейчас. Не знаю. Ну, там, по идее, нет. Вроде хорошо. Видела этот самый кошел. Ого. А, тут просто яма. Потом снимаю. Блогер, только она убери снимаю. Вот это от меня. Тебя убери снимаю. Убери от меня вот это, ну ладно. Небо, посмотри, какое красивое. Осень наступила. Как будто ты в электричке едешь. Точно. Смотри, какие деревья красивые. Так, пообедали, можно ехать дальше. Наконец-то асфальт после, да, чуть-чуть этого у нас полей огородов. А так, все, ладно, не ушататься. Нормально. Ну, едем, решили чуть по другой дороге вернуться домой. Ну, в общем, как-то возвращаемся. Доехали мы почти что домой, наконец-то. Не знаю, сколько у нас получилось. Давайте же глянем. Все вроде рады. Сань, ты доволен поездкой? Да, я считаю. Считаешь? 58. У меня 53. 53. 690. А, это Strava? Это Strava. GPS мне тоже 53 показывает. Вот. Но по факту 60. Ну ты ж ехал еще к нам. Не, я отнял. Обезлить, наверное, да, туда. У меня так 72, 58. Отдохнули, хорошо. А тут смотрите у нас что. Взяла, все сломала. Вот. Так вот мы сегодня по округе ездили. Везде все в огне. Помахайте. Махайте, махайте. Пока! Пока!